Поставим. Вот так вот. Все, дорогие друзья. Отличненько, ребятки. Ящики мы все загрузили. Это означает, ребята, что водитель отправляется на склад, развозит товар, и мы выполнили работу. Отлично. Пока-пока, водитель. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Привет, привет, дорогие друзья! Ну что ж, продолжаем играть в нашу замечательную игрушку, ребятки, под названием «Погрузчик». Ну что ж, погнали! Брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм, там, куда же нам ехать? Ага, ребята, вот стоит ящик. И мне здесь показано, посмотрите, вот мне, наверное, его сюда надо закинуть. Давайте посмотрим. Давай, давай, малыш, чё ж ты не можешь поднять? Это ж не тяжело. Воу-воу-воу, куда ты? Довольно-таки неудобное управление здесь, но игра мне очень нравится. Давай, малыш, давай. Опять не могу, ребят, закинуть. Что же это такое-то? У кого получается с первого раза, тот и молодец. Отлично, дорогие друзья. И я, посмотрите, классно, как все сделал. Все, за мной приехал, ребяточки, лифт. Все, теперь мы на него становимся. И едем, 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 ребятки. И теперь здесь переезжаем. Вот так вот. Эй-эй-эй. Все, ребяточки, здесь мы переезжаем. А ящик-то нам достать-то надо как-то оттуда-то. Так, и нам же... А, вот, ящик сейчас к нам прилетит, я так думаю. Все, ха-ха-ха. Я все сделал. Так, теперь надо сделать так, чтобы я опустился сюда. Потом брам-брам-брам-брам-брам-брам-брам. Сюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Сейчас лифт опустится, ребятки. Я проеду. Так, все, теперь едем, ребятки, за ящичком за нашим. Брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм. Забираем его. И поехали. А нельзя мне перевернуться? Ребята, спасите меня. Я перевернулся. Надо сначала. Потому что я перевернулся и взорвался, видите? Так, ну что ж, ребятки, давайте позабрасываем ящик. Сюда. Давай, малыш, еще совсем. Совсем немножко. Вот так вот. Все, ребятки, мы запустили лифт. Так, и это просто замечательно. Теперь он будет ездить постоянно туда-сюда, в зависимости от того... Ой. Ой-ой-ой. Куда же ты без меня уехал-то? Лифт, лифт, подожди меня, я тебя прошу, подожди. Так, ждем, ребятки, лифт пока спустится. Так, ну давай же, лифт, я же тебя жду здесь, наверное, уже давно. Все, лифт приехал, едем на эту. Все, поехали. Все, ребяточки, отличненько, круто-круто, все круто. А что же нам сюда надо упасть? И ни в коем случае, ребятки, не разбиться. Какая-то ошибка, ребятки, произошла опять. Видите, не могу пройти. Так, берем этот ящик, ложим сюда. Давай, давай, ложись, 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 ложись. Вот так, толкай его туда. Да что ж ты за погрузчик такой, что даже не можешь ничего абсолютно сделать-то, а? Вроде погрузчик как погрузчик, а переворачиваться не умеешь. Довольно-таки сложная игра, ребятки. Все, ребяточки, лифт поехал. Так, и мы его, естественно, ждем. Так, все, поехали теперь наверх. Погнали! О, теперь все у нас работает, ребята. Опять я перевернулся. Да что ж ты будешь делать, а? Ну а как мне перевернуться-то? Ну реально, скакать нельзя, ребята. Ну что это такое, а? Это в новых частях он скакает, а здесь даже не переворачивается.
Да что ж ты будешь делать? Давайте по новой будем делать, а? Так, берем нашего погрузчика и... я не понял. Погрузчик. Давай. Вот сюда, вот в эту дырочку. Молодец. Все, ребятки, лифт заработал. Никак не можем мы... Просто, понимаете, ребята, в чем дело? Дело в том, что мне очень тяжело проходить эту игру из-за того, что эта машина не переворачивается. Вы видите, как только я становлюсь на крышу, все, ребятки, у меня, получается, отказывают какие-либо эти... В других, помню, частях можно было делать все, что хочешь. А в этой части, видите, нельзя. Надо быть более аккуратным, более быстрым. Так, все, там мы дверь открыли. Теперь нам надо, ребятки, нажать вот эту кнопочку, которая наверху, для того, чтобы открылась у нас нижняя дверь. И таким образом мы с вами приедем. Все, теперь нам надо, ребяточки, спуститься вниз и забрать ящик и поехать наверх. Оу, ребята, вы видели, я чуть не упал. Чуть не упал, ребята, и меня могло бы раздавить вообще вон через стенку, вы видели? Такое бывает, ребятки, очень редко. Так, ну что ж, погнали дальше, ребяточки. Дорогие мои ребята, забираем вот этот ящичек, который нам нужен. Все. Быстро заезжаем назад, ребята. Все отличненько, дорогие друзья. Отличненько. И таким образом мы прошли этот уровень. Сейчас мы поставим этот ящик, ребята, водителю в автомобиль. И все. Все, ребята. Отлично. Круто. Прошли этот уровень и продолжаем, ребятки, дальше. Так, что у нас здесь? А здесь у нас, ребятки, следующее. Нажимаем на кнопку, едем на лифт. Так, забираем маленький ящик. Я так думаю. Нам же маленький ящик нужен. Забираем большой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я опять упал на эту, на ребро. И ничего с собой не могу поделать. Вы это видели? Это никуда не годится. Давайте по новой будем делать. Так, едем наверх сюда. Так, нам нужен только маленький ящик. Большой ящик, ребятки, у нас служит... Видите, чем? Так, маленький ящик, ребятки, мы, естественно, с вами сбрасываем вниз. Все, большой ящик, ребята, нам нужен для того, чтобы поднять, наверное. Как же мне сделать так, чтобы я... Как же я там проеду? Ага, мне его подбросить, наверное, надо. А потом проехать, да? Давайте попробуем так. А там посмотрим. Так, давай назад отъезжай. Бросай его. Все, теперь мы спускаемся по лифту вниз. Так, отлично. Берем маленький ящик, ребята. А, мне большой надо было... А маленьким можно было бы, в принципе, нажать, да? А большой ящик поставить сюда. Ну да, можно, в принципе, и так. Смотрите, ребятки, забираем большой ящик. И везем его с собой. Бим-б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 им. Давай, малыш. Все, бросаем. Ой-ой-ой. А, это так и надо, ребята, все. Давай, поехали по этим кусочкам. Все отлично, только этот не надо разбить ящик. Этот держи, Юра, ящик при себе. Эй, Юра. Да что ж ты будешь делать, а? А как мне убрать вот этот мусор, ребят? Если вы знаете, как убрать... Подскажите, пожалуйста. Так, наверное, вот этот пока в сторону. И вот этот мусор вот туда вот выбрасываем. И берем второй, выбрасываем. И второй, ребята, туда же. И теперь вот этот ящичек, ребяточки, ставим. Давайте аккуратненько его поставим. Вот так вот. Все, дорогие друзья. Отличненько, ребятки, ящики мы все загрузили. Это означает, ребята, что водитель отправляется на склад, развозит товар, и мы выполнили работу. Отлично, пока-пока, водитель.
Так, ну что ж, дорогие друзья, круто-круто, все круто. Мы сегодня играли, ребяточки, вот такую вот интересную игру «Погрузчик». В следующий раз мы, ребятки, будем продолжать играть. Будет все намного круче, я вам обещаю. А вы были на канале «Вечное детство». С вами был, как всегда, Юра. Подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх. Пока-пока.